Всех приветствую на канале Фалеристика СССР. Послаживал я немножко монет в листы. Сейчас покажу, что у меня получилось. Здесь такая подборочка идет. Это я купил оригинальный лист, качественный. Сюда я такие вместил, еще какую-то найду. С Виолетти мне приехали. Покупал такие листы, приехали китайские. Ну, решил все-таки в такие сложить. Посмотрим, что из них получится. Еще папочку не купил. Ну, тут у меня 3 годовых подбора полных. Кроме некоторых монет не хватает. 2019 год у меня одной монеты не хватает. Здесь решил добавить такое разнообразие, потому что, чтобы листы ровно лежали. А так 2019 год заканчивается на десюлику. Это пошел 2020 год. Теперь можно легко показывать монетки. Так, вынес альбом, показал и все. У меня они в коробочке лежали, я пока не собирал. Потому что некоторые, как, например, в капсулах, как видите, вот она на пол упала. Капсула на деревянный пол и все, и капсула разбилась. А здесь альбомные листы такие, ой, листы, которые в капсулах помещается монетка. Мне очень понравились они. В 2021 год здесь я покупал в буклетах. Так, вот как видите, у меня такая стопочка пустых буклетов осталась. Ну ничего, как бы сложу их. Теперь я просто этот год покупал много в буклетах они. Ну зато они теперь все подряд. Полный годовой набор уместился на 2 листа. Так. Один листочек 2020-2022 года. Кроме 2 монет, которая цена просто, ну, эта монетка упадет в цене, я куплю ее. Медведь 550 сувенирный. Брал, можно было бы без сувенирной упаковки взять. Вышло бы дешевле на 50 гривен. Ну, в принципе, пускай лежит. Можно и сувенирку продать. Ведность и сила. Цена упала 350. Немножко монет 2020. Это медали НБУ. Как раз 12 штук у меня их было. Сюда вместились. Пишите ваше мнение, как по поводу, в чем вы храните. Мне такой способ понравился. Правда, их бы не китайские листы прислали, то было бы нормально. Ну а так, по стоимости эти листы 25 гривен за штучку. Как видите, вот такого листа. На сайте почему-то заходил на этот сайт. 180 гривен, 190 гривен листочек такой стоит. Осталось мне еще тут, может, десятка 3 поместить. У меня остались еще стопочка листов этих.
теперь приятно будет, можно выносить, показывать. Останется еще купить к ним эти папки, папки маленькие, как раз к этим листам купить. Ну, а эти я просто послажу, так, по 2 гривни, по 5. Потом, когда будет погодовка собираться, я буду перелаживать именно по годам, потому что дешевые варианты я уже собрал, этих всех, остались только такие свыше 100 гривен за монету. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал.